Красноярске в спортивном комплексе «Арена Север» проходят зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Всего на отборочные состязания приехало 35 спортсменов из Красноярского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, а также Омской, Новосибирской и Иркутской областей. Возраст участников от 12 до 16 лет. Вчера ребята выступили в короткой программе, а сегодня участников ждет произвольная программа и подведение итогов. Отмечу, такие соревнования по фигурному катанию в нашем городе проводятся впервые. Победители этих состязаний отправятся на третью спартакиаду молодежи России, которая пройдет в марте этого года. И кроме того, получат возможность продемонстрировать свое мастерство непосредственно на первенстве страны. Готовились, ну, наверное, буквально 2 недели. Вот, каждый день по 4 тренировки там. Ну, работали очень много, уставали. Это первенство для меня очень много значит, и я хотела бы здесь показать все, что умею. И даже если не получилось, то в следующий раз обязательно получится. В произвольной программе я буду кататься под музыку из «Гарри Поттера». Там будет 3 тройных прыжка. Надеюсь, их исполнить чисто.